Александр Кондратьев, старший тренер «Кристалла». Александр Владимирович, насколько довольны игрой «Кристалла» в сегодняшнем матче? И лучше ли команда сыграла по сравнению со вчерашним? Ну, игрой вообще, в принципе, наверное, довольным нельзя быть, потому что, ну, пока мы не играем в тот футбол, который, ну, нам нужен. Понятно, что результатом, ну, по первому тайму, конечно, доволен. То есть все равно с 0-2 мы вышли, ну, сыграли в ничью, а, конечно, недоволен. То есть недоволен ни первой игрой, ни второй игрой, но, опять же, это нам звоночек для того, чтобы мы немножко задумались, как мы готовимся, к чему мы готовимся. То есть, ну, это урок, который, я надеюсь, нам пойдет в плюс. Вы вчера говорили, что, скорее всего, самая главная проблема психологическая, и в этом видите там исход вчерашнего матча. Что сегодня команде сказали в перерыве, что они вышли и изменили счет? Ну, в принципе, в перерыве напомнил только то, что говорил перед игрой. То есть почему-то мы перед игрой договаривались одно делать, а по факту достучался только во втором тайме, и то не до конца. То есть почему надо включаться тогда, когда мы горим 0-2, для меня, ну, непонятно. Понятно, что, еще раз говорю, что такие матчи, наверное, в сезоне они всегда будут. Надеюсь, что они случились сейчас, и до конца чемпионата мы все исправим и будем играть все лучше и лучше. Спасибо большое.